Чего? Что? А, боже мой. Мне только что написала администрация Ютуба, и ей-богу, лучше бы вообще не писала. Написала она мне с тем, что кто-то кинул жалобу на шапку моего видео со спидпейнтом, где я нарисовала русалку. Русалку, которая голая, но по факту она статуя, которая стоит спиной к зрителю. Так что никаких гениталий не видно. Там нет порнографического или нецензурного контента, и я просто сейчас немножко в ахере, типа... Что? Почему? Кому пришло в голову вообще подать жалобу на это, ребят? Администрация Ютуба, это по-вашему смешно? Нет, это не смешно, я вам сразу говорю, это ни хера не смешно. Я не... Вы видите улыбку? Вы слышите этот смех? Вы видите это? Нет? Я тоже не вижу, потому что этого нету. Ютуб, я сейчас устрою бунт. Верни мне, пожалуйста, аватарку моего видео. Прежде чем кидать что-то в бан, пожалуйста, проверяй. Не кидай сразу то, что тебе попадется, просто проверяй. Окей, договорились? Спасибо.